Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику торговых инструментов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarket, оставлять ваши вопросы, комментарии, вопросы, если что-то интересует. С большим удовольствием вернусь к ним, проясню ситуацию, ну или, по крайней мере, дам вам ответ прямо в секции с комментариями. Ну и, безусловно, ставьте лайки. Друзья, сегодня мы начнем с плохой новости, поэтому прошу себя извинить, но приходится констатировать то, что есть на рынке. Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что пандемия ускоряется. И, к сожалению, по тому росту количества заболевших, которые мы видим в ряде регионов, в Латинской Америке, в некоторых странах ЕС, особенно в США, действительно уже нужно говорить или даже сделаем ремарку, что уже давно нужно было говорить о второй волне коронавируса. Не нужно недооценивать, друзья, этот риск. Очевидно, сейчас уже негативное воздействие пандемии на то, что происходит в экономиках. Многие планы порушены регионов относительно послабления мер карантина. И я думаю, что при таких темпах развития, негативного развития событий, как сейчас, многие регионы вновь будут вынуждены вернуться к мерам блокировки и четкому отстаиванию принципа вот этого социального дистанцирования, поскольку в этом будут заинтересованы все. Масло в огонь вот касательно США подлило Министерство здравоохранения США, отметив, что в Штатах выявлен лишь один случай из 10. Это при том, что буквально каждый день сейчас фиксируется более 40 тысяч новых случаев именно заболевания коронавирусом. Также эксперты полагают, то, что осенью ситуация значительно ухудшится, поскольку будут новые, другие, иные погодные условия, более располагающие к стремительному распространению коронавируса. Будем надеяться, друзья, то, что к осени все изменится в лучшую сторону, вероятно, даже найдут лекарство, которое позволит вакцину бороться с COVID-19, но это пока что только предположение. Поэтому наша торговая активность, как и раньше, сейчас также будет отстраиваться с позиции того, что мы эти риски не игнорируем, друзья. Мы их видим, понимаем, к чему они могут привести, а поэтому делаем больше акцент именно на защитные инструменты, на иену, на франк, на золото и облигации. Ну и, конечно же, рядышком идет еще и индекс доллара, который я продолжаю покупать, точнее, держу уже длинные позиции. И рекомендую вам, несмотря на многие разговоры о том, что доллар нужно списывать со счетов и выходить из него, все-таки оставить в портфеле именно сделку buy. Рынок нефти. Я в коротких позициях, 41.62 сейчас по Бренту. Повторяю, друзья, то, что мы сейчас говорим о влиянии коронавируса на мировую экономику, безусловно, предполагаем и ожидаем спад, это отразится негативным образом на спросе на углеводород. У нас статистика по запасам. Ждем снова релиз очередной от Министерства энергетики США на этой неделе. Я думаю, что у нас будет 4-я неделя подряд прироста запасов, которые без того находятся на исторических максимумах. Также интересно будет понаблюдать за тем, насколько вырастет объем нефтедобычи в США, потому что в прошлый раз он скакнул на 500 тысяч и позволил нам этот рост говорить о том, что сланцевый бизнес на фоне высоких цен на нефть получил стимул возвращаться в именно мировой рынок углеводородов, и впоследствии это приведет к росту предложения. Количество нефтяных терминалов сократилось на одну единицу, и тоже из этого также можно сделать вывод, далеко не поверхностный, о том, что дно, наверное, по минимальному числу этих нефтяных платформ уже достигнуто. Дальше будет прирост, и, соответственно, ждем более высокие показатели нефтедобычи. Ну и поскольку у нас еще месяц заканчивается, мы буквально на следующей неделе будем ждать подтверждения информации о том, насколько страны ОПЕК плюс более чистоплотны в соблюдении своих обязательств по выполнению энергетического пакта. Буквально за месяц до этого я предупреждал, друзья, что обязательства будут выполнены в еще меньших объемах, чем 2 месяца назад. И вот через неделю мы получим подтверждение этого, поэтому я заранее открыл короткую позицию, считаю, что нефть на этом может просесть. Индекс доллара 97,5. Сегодня у нас выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе.
Важнейшее событие. Я допускаю даже, что, может быть, выступление Пауэлла станет самым серьезным событием этой недели. Он будет говорить о том, в каком состоянии сейчас находится американская экономика, как отрабатывают прежние меры стимулирования, будут ли предприниматься дополнительные шаги в поддержке экономики. Ему придется оперировать сильными, давайте называть вещи своими именами, макроэкономическими отчетами последних недель. Заказан товар длительного пользования, личные расходы. Вчерашний рынок недвижимости, незавершенные сделки по продаже, скачок сразу на 44% против прошлого спада на 21%. Есть подтверждение выздоровления американской экономики. И, конечно же, все это может измениться. США могут снова вернуться к пику серьезного экономического спада, но произойдет, если это произойдет, то не сейчас, друзья. Поэтому я допускаю, что ФРС все-таки может взять какую-то паузу, посмотреть за тем, как развиваются события, и не продолжать заливать экономику доп. Ликвидности. И в этом как раз я ищу поддержку для доллара. Поэтому сегодня я рекомендую сохранять бай по индексу американской валюты. В 19.30 выступление Пауэлла. Ждем поддержки для бакса и, соответственно, на фоне роста доллара еще смотрим за слабостью рисковых инструментов. Евро против доллара 1.1241. Вчера европейская валюта в течение всего дня росла и развернулась только под конец торговой сессии, что было связано с решением Бундесбанка вновь вернуться к программе Европейского центрального банка по количественному смягчению, поскольку ЕЦБ все-таки объяснил соразмерность тех покупок, которые осуществлялись в последние годы. Это значит то, что ЕЦБ развязаны руки в плане анонса более серьезных и значительных объемов программы количественного смягчения. Впоследствии это станет основной причиной снижения главного валютного риска. Фунт против доллара 1.23. Друзья, снижаемся. Цель 1.2121 уже фактически рукой подать. Сегодня в 9.00. Уже совсем скоро темпы экономического роста Англии. Это статистика по первому кварталу. Ожидается спад на 2%. Я думаю, что примерно фактически показатель будет таким же. Ждем дополнительного давления на фунт. И прицепом еще идут риски Брекзита и укрепление доллара. Доллар канадец 1.3658. Здесь мы также все выше и выше. Сегодня в 15.30 темп экономического роста канадской экономики. Прогноз снижения в прошлом месяце на 12%. Если данные действительно настолько разочаруют, у канадца будет причина просесть против доллара и протестировать сопротивление 1.37. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии, всем пока.